Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4. Ремонт переда. Итак, владелец разобрал передок машины и привез ее ко мне. Буду менять куски лонжеронов. Это правый, а это левый. Ладно, ставлю машину на стапель и разбираю передок до конца. Это детальки для замены. Машина разобрана, и сначала я вытягиваю лонжероны. Начну с правой стороны. С правой стороной пока закончу. Делаю первые измерения. Для этого у меня есть оригинальные размеры. Ссылка есть в описании. Ну а теперь левая сторона. Теперь удаляю весь поврежденный металл. Thank you.
Мятое железо удалено. Теперь равняю стакан. Ну что, теперь все четко. Теперь устанавливаю лонжероны, примеряю подрамник и телевизор. И вместе с этим всем я свариваю. Итак, лонжероны приварены. Следующий этап.
Ремонт передней двери. Для ремонта буду использовать споттер. Дверь сделана. Теперь я покрашу лонжероны. Итак, лонжероны покрашены. Внутри обрабатываю антикором. После устанавливаю все детали переда.
Бампер, сделанный в Тайване, оказался некачественным. В этом случае владелец сам будет решать, или купить оригинал, или что-то мудрить с этим. Вот и все. Моя работа закончена. На эту работу ушло 40 часов. Отдаю машину владельцу. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!